Всем привет! Мы находимся на сервере emerald.pv. Это сервер анархии, где нет никаких правил. Одно единственное правило – это нет никаких правил. Это я. И это моя первая временная пока база. Временная база. Давайте я вам покажу, что у меня тут есть. Так, на данный момент. Вот видите, здесь у меня народ растет. Здесь, если спуститься у меня, можно зачаровать предметы. Смотрите. Так. Здесь можно использовать щиты, то есть щиты разрешены. Здесь у меня печки, что есть, ничего нет. Только уголь. Так, здесь в сундуке у меня все ненужное. Ну, книга, это на откидывание один на лук, то есть он тоже как бы для меня не так нужен. Что я хотел сказать. Да, я вот нашел маленький стэш, я не знаю какого-то игрока, успел около спавну уже приодеться. На данный момент у меня есть эндер сундук, алмазная кирка, меч на остроту 5, проклятие утраты, тотем. Давайте покажу, что есть. Я сейчас пытаюсь зачароваться по полной. Здесь у меня есть шелкера. Вот здесь еще шелкера тоже. Если я умру, потеряю и окажусь на спамне или где-то, у меня в эндерсундуке, у меня еще 4 эндерсундука, алмазная кирка на шок, яблоки, обычные яблоки и так далее. Вот давайте покажу, что я начал делать. То есть это все мое. На подводное дыхание шлем, огнеупорность, нагрудник, проклятие несъемности. Алмазные ботинки я уже успел зачаровать на защиту 3, подводная ходьба, прочность, то есть я ничего не покупал. Здесь только магазин Discord, то есть один единственный магазин, который нормально работает, остальные, по-моему, как я понял, обманывают. Меч нужны на заговор огня, но попробую книжки зачаровать и зачаровать меч тоже, чтобы у меня был топовый. Поножи штаны у меня на прочность 3. Это у меня как бы дополнительно, если меня убьют. Потому что все, что на мне одето, оно с проклятием утраты. Здесь у меня зелеварка, огненные стержни, наросты. Здесь энергорельсы. Тох, вам слышно? Наверное, я попозже покажу. Видите, там внизу вот. Давайте эндерсундук засунем к себе. Да, немножко тут ТПС маленький. 20 ТПС всего иногда. Ну, некоторые иногда лагают. На данный момент. Так, ну давай. Ну, люди у нас, как говорят, стоят в очереди на тюби-тюти. А тут тоже была очередь. На данный момент, вот смотрите, всего сколько, 30 игроков, может быть 100, может быть. Но ТПС здесь у нас 72, он транслируется с тюби-тюти. Но, во-первых, здесь пинг сейчас у меня, вон, видите, пинг возрос, не знаю почему. Дальше пойдем. Здесь это у меня временная база, так что здесь нет приватов, ребят, приватов нет, это однозначно, поэтому любой игрок может зайти, забрать. Это я быстренько построил, здесь можно, я сегодня еще уже поставил, давайте немножко минут постоим. Пофармимся, у меня стоят щиты, и поэтому здесь авторыбалка, можно оставить уйти, но если тебя не найдут и не убьют, то есть, или не будут на сервер. Иногда сервер, конечно,
лагает, может выкинуть и так далее, но сервер весит на данный момент 70 гигабайт уже, серверу всего 2 месяца, но размер мира 30 миллионов блоков в одну сторону, только представьте, 30 миллионов. У меня был один маленький проект, так как я там построил маяк, это на минус 150 тысяч. 150 тысяч блоков от спамна на минусовой координате и плюс 76 и 75 я данную базу покинул, поэтому там поле пшеницы, если кто найдет, то можете оставил ресурсы, можно там покушать, пшеницы есть, и маяк есть и кое-какие еще ресурсы. Потому что мне пришлось вернуться на спам, чтобы приодеться. То есть основное действие происходит далеко от спамна. Здесь есть стэши. По-моему, ребята недавно огромный стэш грабанули. Да. Ездят ставщики, летают на элитрах. То есть, как бы... Да, смотрите, удочка у меня какая. Прочность 3, везущий рыбак 3, починка. Поэтому есть кровать. То есть, если кровать сломают, все, у нас по мне это однозначно. Но я кровать не поставил, кровать у меня не тут, в другом месте. Если я умру, то окажусь там. Так. Так, что тут у меня? Ой. Здесь у меня вот, я уже поймал удочку, пока на АФК стоял немножко. Вторая удочка такая же, немножко рыбы. Так. И пойдем дальше. Это у меня временно, еще раз говорю. Если кто придет, если увидите такую мини-базу, можете разрушить, конечно, можете не разрушить временно. Можете остановиться, потому что, смотрите, адский нарост, но заливарку я не ставил. Здесь у меня пшеница. А, все, шум пошел, может быть, вам слышно или нет. Здесь у меня картошка, пшеница и картофель. Вот, вот они, но я не собирал, потому что у меня есть и в сундуке, в шалкерах еда. И здесь у меня жареная баранина. И основное то, что я быстренько успел построить. Нет, никого нет. Но здесь, видите, из-за щитов я вижу всех мобов. Ох, спускаемся. И давайте, пока я немножко фармил рыбу, то есть ловил. Смотрите, здесь у меня АФК-ферма. АФК-ферма тростника. То есть я его построил. И смотрите, пока я там ловил, то есть я поставил на АФК рыбалку. И смотрите, уже у меня, давайте заберем полный став. Полный став уже нафармился. А, да, лук тоже. Как бы сила 5, откидывание 2, прочность, горящая стрела, бесконечность, проклятие утраты и так далее. Вот. Эндершемщик, еще 2 стака эндершемщика у меня в эндершемщике. И, ребят, здесь работают дюпы. Но многие дюпы, был дюп сослон, по-моему, его, вот, он был пофиксен администратором, поэтому он сейчас на данный момент не работает. Но если вы придете сюда, можете дюпать, но только не надо в чате, я сейчас отключил, кстати, не надо кричать, что вы нашли какой-то дюб, потому что данный дюб будет потом отключен. Но пока есть вам возможность, вы можете надюпать. Так, здесь и здесь, вот у меня. Так, что надо сделать? Ну, давайте, ой, зачем я туда убрал? Давайте 300 возьмем и сделаем быстренько. Так, 2, 3. Бумагу сделаем.
потом, потому что он мне сразу же книжки. Книжки я могу сделать, и на будущее я хочу здесь полностью, пока меня не нашли, одеться. Одеться и потом, может быть, вернусь немножко на спавн, не знаю. А здесь, кстати, существуют кланы. Так. Тысяча блоков от спавна, уже 1500 можно найти. Очень много мобов можно найти. Так, 40% книжка. Берем клан. Важно. А книги пока в интерсундук засуну. И я думаю, если видео вам понравилось, вы поставите лайки. И почему же лайков нет? Если уж видео не пошло, дизлайк. Это тоже лайк, ну, против. Поэтому приходите на данный сервер. IP-адрес сервера будет в описании. В описании. Да, кстати, несколько дней назад здесь была очередь. Мне пришлось сидеть. Мне пришлось сидеть 5 минут, чтоб моя очередь пришла. Вот у меня на эффективность просто. Я пытался зачароваться тут. На эффективность зачаровались. Так, палить корды я не буду. Палить не буду. Если хотите стрим, можете написать, что я провел стрим. Именно стрим буду проводить именно в данном сервере. Серверу всего 2 месяца, еще раз говорю. Здесь можно очень хорошо развиться, можно использовать читы. Но можете посмотреть мое первое видео. Первое видео спавна. Спам похож на тюби-тюти. Да, спам разбомбили. На спамне, кстати, есть выходы в ад, но там часто караулит, то есть игроков выживает только сильный, кто умудряется быстро пройтись. Именно по аду минимум 300-500 блоков и найти выход с ада, потому что на спамне только блоки. Только блоки, и никакой растительности, ничего не растет. И при этом еще игроки, которые заходят, они из-за того, что им делать нечего, они просто убивают новичков, не дают им развиваться, выживает только сильнейший. Если вы сильные, то, пожалуйста, на данный сервер. На данный сервер. С вами был я. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч, ребят.